Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Вся слава Хари Кришна Махамантре Санкиртане. All glories to assembled devotees. Вся слава собравшимся преданным. All glories to Odisha festival. Вся слава Одесскому фестивалю. So now we are looks like all of you are enjoying. Так похоже, что всем все нравится. Everybody I saw in Black Sea. Я видел, что все на Черном море. Taking sun bath. Загорают. Taking ocean bath. I don't know sun bath. Принимают омовение. But we are coming here to take bath in Harinam Sankirtan. Но мы пришли сюда, чтобы омыться. Водах Харинам Санкиртаны. Isn't it? Не так ли? Because this is the age we have to practice. Ибо это именно то, что мы практикуем в этот век. How sincerely we will practice this Sankirtan? И насколько серьезно и искренне мы будем практиковать санкиртан. Санкиртан means two meaning. One is assembled kirtan. А санкиртан есть два значения. Means together, we become together and chanting together.
В одном значении это мы собираемся вместе и воспеваем вместе. Another meaning is this, wholehearted kirtan. А в другом значении это означает всем сердцем. Whole heart. То есть киртан всем сердцем. Only one direction. Которая направлена только в одном направлении. Krishna, I want you. Кришна, я хочу тебя. Whatever obstacles come, I don't care. И мне все равно, какие препятствия встретятся на моем пути. You can see, many, many obstacles may come. Да, мы можем встретиться со множеством препятствий, но благодаря воспеванию. So many dreams coming. Многие наши мечты приходят. Even you are not thinking in your life, such topics come to your mind during chanting. Вернее, возникают. И даже возникают такие темы, о которых вы никогда раньше не думали во время воспевания. Isn't it? Не так ли? Не одолевают нас. Because this is the taste of Maya. Потому что это вкус к Майе. Wholeheartedly. Это мы всецело, все сердцем преданы Майе. И это вызов. But но is it possible to reach? Возможно достижение этого. You can see whenever you sit for chanting Gayatri. Каждый раз, когда мы повторяем Гаятри. For meditation. Медитируя. So many other understanding coming. Множество других мыслей приходит в наш ум. Similarly, when we become sincere, then we can see. Таким образом, когда мы становимся серьезными, искренними, мы видим. Like name, fame, so much. То стремление. Мы видим, что у нас проявляются все эти стремления к славе и почтению очень сильно. Everybody appreciating you. Все начинают нас уважать. And you are thinking, I am a great person. И вы думаете, я такая великая личность. This is the path we have to be humble. Но в действительности на этом пути нам необходимо быть смиренными. We have to keep tolerance. Нам необходимо культивировать терпение. Therefore, as soon as we get appreciation, we feel I am a great. False ego come in our heart. И таким образом, когда мы начинаем реагировать на то, что люди говорят, вы великий. Then we are unable to be humble anymore. И то в нас проявляется ложное эго, и это не дает нам возможности быть более смиренными. Quality of chanting Hare Krishna Mahamantra. Ибо качество воспевания Hare Krishna. Is prescribed by Chaitanya Mahaprabhu. Как это описывается Чайтанья Махапрабху? First quality is humble. И первое качество это смирение. Is tolerance. Второе качество это терпение. Third quality. Free from mundane name, fame. Третье качество это свобода от мирских почестей и славы. Fourth quality. Четвертое качество. Offer due respect to everyone. Это предложение почтения всем и каждому должного почтения. Then we are able to chant. Then we are able to chant. Только лишь в таком положении мы можем всем сердцем воспевать святое имя. Now just to ask each one. Really, I have humility. I establish humility in my life. И теперь я хочу спросить каждого, достигли ли мы смирения в своей жизни? Really, I'm able to keep tolerance. В действительности, могу ли я действительно быть терпимым? I am free from mundane name, fame, distinction, desire. В действительности, свободен ли я от всех этих стремлений к славе и почестям? Это я хочу спросить у каждого здесь присутствующего. Really, I am able to keep due respect to everyone. И могу ли я действительно выражать всем и каждому должное почтение? This is not prescribed by me. It is prescribed by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И это то, что предписано не мной, а самим Господом Чайтанья Махапрабху.
Чайтанья Махапрабху prescribed this. If we have such quality, then we can chant happily. Такие качества, вы можете счастливо воспевать Святое Имя. Чайтанья Махапрабху says Sanskrit language. На санскрите он говорит это следующее. And same Bhaktivinoda Thakur. И затем Бхактивинода Тхакур. He composed. Он написал. Bengali form. На бенгали. Поэм. Гурудев кипа бинду дия коро ей даше тринапекша тихина. Means Гурудев, give me a drop of mercy. Здесь говорится, Гурудев, даруй мне милость блаженства. Drop of mercy. Милости. That drop of mercy. What drop of mercy? Но какую каплю милости? Become, give me the qualification to become humble like a blade of grass. Дай мне способность быть смиренным подобно травинке. Grass you can step on. Мы можем when you stand up. Встать на траву. It is completely down. И она fall. Когда мы приминаем траву, она уже полностью падает под нашими стопами. You can see Bhaktivinoda Thakur. И мы видим Бхактивинода Тхакур в своей песне. One more song. Explain. Есть еще одна песня, где он объясняет. Рупа Рагхунатха паде Рупа Санатана паде Данте трина кори Бхакати бинада паде Духу пада дхари Руп Санатан. Рупсан. Two of our main teachers. Это два previous teacher. Учителя прошлого. I just bow down with a straw in between teeth, keeping straw in between teeth. Падают, преклоняясь, держа в зубах соломинку. Данте трина. Трина means grass. Трина означает травинка. Keep a straw in between teeth. И держа, прикусив соломинку, они падают. Means what? Поклоне. No debate. Это означает беспрекословно. No any other argument. Just like без каких-либо аргументов. Просто предаваюсь, я твой. Then, и затем hold his feet. Они держат. Bow down, hold his feet. Они припадают. Straw in between teeth. Хватаясь за его стопы и держа в зубах соломинку. Бхактивинода Тхакур giving us such example. Бхактивинода Тхакур приводит нам такой пример. Then what happened? What will happen if что you do произойдет, so? Если мы так сделаем? Real manner, we can say we are surrender. И тогда мы по-настоящему можем сказать, что мы поднялись. Then he says, Рупо Санатана паде. No, then I think the Данте, Кадия, Кадия, Боле. Ами то дхамо Сикхае шарана готи Карахе уттамо. I don't know anything, please. I am adham, I am fallen soul. Я не знаю ничего, я просто падшая душа. Please teach me. Пожалуйста, научи меня. And gradually allow me to be uttam. И постепенно дай мне стать уттамой. Teach me what? Шаранагати. Даруй мне что шаранагати. You know, this Mahaprabhu, Mahaprabhu came here пришел сюда to teach us шаранагати. Чтобы научить нас шаранагати. Just to look
Шаранагати means just to look our Radharani surrender. Шаранагати, знаете, вспомните. Шаранагати is source of prem, love. Самопредание Радхарани. Шаранагати источник прем. All the gopis surrender. Все гопи предались. All our acharyas surrender. Все наши ачарьи предались. Actually today I just morning I just explain about Raghunath Das Goswami. А сегодня утром я рассказывал о Рагхунатхе Дасе Госвами. What I explained that shloka. Я цитировал шлоку. Ата Си Кришна Навани Навхавет Бхакча Навхавет Гачендриям. Севанамукха Джива Адав. Севанамукха. Севанамукха means service. Yeah. Service means loving manner service. Yeah. Звучит это выражение севанамукха. Loving manner service means это означает garnish. Служение в любви. Render service. С горячим желанием совершать это служение. How much we have eagerness without an expectation. И насколько в нас сильно это желание без каких-либо ожиданий. That is called that much category of севанамукха. То тогда это служение относится к категории севанамукха. Only rendering outward service. То есть исполнение лишь внешнего служения не является достаточным. The quality, качество. Quality in our life. Качество нашей жизни. What is quality? Что quality это? Is like a humility. Это качество смирения. Humility and tolerance is ornament of our practice. Смирение и терпение являются украшениями нашей практики. In this age, if we are not able to establish the two things, если мы в эту нашу эпоху не способны утвердиться в этих двух вещах, терпение и смирение, your mind will not be free. Ваш ум никогда не будет свободен. Unless you look our others fault. Вы всегда будете выискивать недостатки. Everybody wrong, I am right. Все неправы, а я прав. Such nature, such tendency. Такого рода природа или тенденция. It will not allow us to follow the Mahaprabhu's teachings. Не позволит нам следовать учению Махапрабху. Therefore, just we have to think about Шаранагати. Нам необходимо размышлять о том, что Шаранагати. Sankirtana means all the qualities should be together. Это санкиртана и все прочие качества, все это должно быть вместе в совокупности. When we have real Шаранагати, когда у нас есть подлинная Шаранагати, surrender mood, настроение самопредания, really we feel from the bottom of our heart, I have fallen. Когда мы из глубины своего сердца not like I'm a great, считаем себя падшим, а не великим. Just to shake your heart. You know, shake means... Для этого необходимо встряхнуть свое сердце вот таким образом. You know, shake? Знаете, что значит встряхнуть? Just to shake your heart, then you can see what answer you are getting from inside. Really, I'm... И то тогда вы почувствуете подлинный внутренний ответ внутри себя. Really, I'm able to tolerate everything? Вы узнаете, сможете ли вы все стерпеть. Just now, как сейчас, according to Chaitanya Mahaprabhu's teachings, согласно поучению Чайтаньи Махапрабху, you can see, мы можем видеть, because your mind, you know where you are. Лишь ваш ум там, где I cannot say anything. Вы сами знаете, где ваш ум, я не могу сказать вместо вас. My mind, I know where I am. Мой, я знаю, где мой ум. Because no one can see mind. Ибо никто не видит наш ум. Right? Не так. But when mind cure, everything cure. Но когда исцелен ум, исцелен. Therefore, Narottam Thakur says. Поэтому Narottam Das Thakur говорит следующее. Vishaya chariya kabe shuddha habe mon. Mind means mon. Shuddha Habe Mon means Vishaya. Vishaya means
sense enjoyment object. Вишай означает объекты чувственного наслаждения. What is the sense enjoyment object? Что является объектами чувственного наслаждения? Anyway, room. Go. So anyway, just go. They're pandit. They know everything. Pandit. So, roop, form. Roop, form. Rosh, taste. Rosh, vkus. Kushna. Then rosh, shabdo, sound. Shabdo, suk. Gandho. Gandho. Means smell. Это запах. Porsche means touch. Porsche, касание. Those five is sense enjoyment object. Это пять чувственных объектов. Chariya means conqueror. Здесь говорится о покорении. If you run behind those objects, если вы, what will be our position? Если мы будем устремлены к этим чувственным процессам, каково будет наше положение? Beautiful form, right? Если мы будем устремлены к прекрасной форме. Like bugs, all the small bugs there in the on the green grass, cold green grass. But middle of the night, when dark, if you make fire flame like golden form, beautiful form. Итак. В траве, в зеленой источной траве прячется множество жучков. Если вечером вы разожжете костер, то все эти жучки будут привлечены этой прекрасной золотистой формой. И они все устремятся туда, к костру. И каков будет результат? Они останутся жить или они погибнут? They are dying. You can see when you go in a dark with a car. Когда мы едем ночью на машине. They are very nice place they are staying, but as soon as your headlight, golden color headlight. Они живут в прекрасных местах, но как только they are rushing towards the light. Они видят свет фар, они стремятся туда. You can see that your car, front glasses, so many bugs. И они разбиваются в лобовое стекло вашего автомобиля. Вы можете это видеть. Therefore, don't run behind the mundane form. Поэтому не гонитесь за прекрасными материальными формами. We supposed to run behind Lord's form. Мы должны стремиться к прекрасной форме Господа. I can give an example. Я могу привести также пример. There is an incident happened. Произошла одна история. Рамануч, one acharya. Одна правдивая история. In Рамани, Си Сампрадая's main acharya Рамануч. Рамануч Ачарья это глава Си Сампрадая. Once he saw. Однажды он увидел. The one person, одному человеку, Ширангами. One person is holding an umbrella, который держал зонтик, on the head of one woman, над головой одной женщины. But woman is front, that person, male person is in front of the woman. He is walking backstage. You know, umbrella there, back still walking. И этот мужчина пятился назад, держа зонтик. Just a minute. So walking. И таким образом он шел назад, пятился. And then Раману says, "What happened? Someone can say hold umbrella." Beside the person, they can talk, but why he is always looking the face of the woman and walking behind? No, он шел перед. Going ahead with behind steps.
он шел перед этой женщиной, смотрел ей в лицо и пятился назад. И Рамануж не мог понять, что происходит. Then Ramanuj have curiosity to know the reason why. Ему захотелось узнать, что же происходит, почему так. Ramanuj stopped. И он остановился. Then he called the person. Hey. Он позвал этого человека и сказал. Why you are doing so? Почему ты так делаешь? Then he said, my wife is most beautiful person amongst the whole world. Он сказал, дело в том, что моя жена самая красивая во всем мире. Her beauty make me glad. Make me happy, make me happy. Ее красота делает меня счастливым. Ramanuj said, you are foolish. Он сказал, ты глупец. In material world, you cannot find anybody is most beautiful. It's extremely beauty. They are beauty for certain time being, then they become ugly. Он сказал, в этом материальном мире невозможно найти совершенной красоты, ибо она временная, приходящая. Do you like to see, Ramanuj said, do you like to see more beautiful form than your wife? И он спросил, хочешь ли ты увидеть более совершенную красоту, нежели красоту? Yes, yes, I like to see. Он сказал, да, 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 конечно, я хочу увидеть. Come tomorrow morning. Я сказал, завтра утром. Ранганатх temple. Приходи в храм Ранганатхи. Мангаларати time. Во время Мангаларати. Then he said, I am going every day. Он сказал, я и так каждый день туда хожу. To observe Mangalarati. Attend Mangalarati. Я всегда посещаю Мангаларати. He said, you come. Я сказал, приходи. Then you can see most beautiful. Тогда, I will show you. Тогда ты увидишь наиболее совершенную красоту. Я покажу тебе. So Ramanuj is there Mangalarati time. И Рамануж появился там на Мангаларати. A person also. A person named Dhanurdas. И это человек, которого звали Dhanurdas. So Ramanuj put his hand on his head. И Рамануж уже прикоснулся Dhanurdas, look. К его голове. Он сказал, Dhanurdas, смотри. Most beautiful form. Наиболее совершенная форма. See, every day, каждый день. He used to take darshan of Ranganath. Он каждое утро получал даршан. He was unable to find such beauty. Но он не мог найти подобной красоты. But that day, но в этот день, as soon as Ramanuj put his palm, как только Рамануж коснулся его ладони, on his head, и коснулся he его головы, the, is the most beauteous form. Он увидел наиболее совершенную, самую красивую форму. You know why? И знаете почему? Because our eyes full of material dust. Потому что наши глаза покрыты материальной пылью. Dusty, full of dust. It's covered by material dust. We are not able to see the spiritual beauty. И поэтому мы не способны лицезреть духовную красоту. As soon as we have mercy of pure devotee, но как только мы обретаем милость чистого, then we can see the beauty of Lord. То тогда мы способны видеть красоту Господа. So Dhanurdas became astonished. И Dhanurdas изумился. I was thinking, my wife is most beautiful woman. Он сказал, я думал. Most beautiful feature. Among in entire world. Я думал, что моя жена обладает совершеннейшей красотой во всем мире. But Lord's beauty and my wife's beauty, we cannot compare. Однако красота Господа несопоставимо превосходит ее красоту. If you run behind Lord, what will happen? Your life will go ahead proper channel. Or improper channel. Итак, если вы будете стремлены к прекрасной форме Господа, ваша жизнь будет двигаться в правильном направлении или неправильном? What? Proper channel or improper channel? Правильном направлении или неправильном? Proper channel. Therefore, conquer means. Поэтому победить означает. We should run behind this beautiful form of Lord. Мы должны быть устремлены к прекрасной form, форме Господа, к Его обители.
You have to know. Нам следует знать. Beauty of Lord's abode. Красоту обители Господа. As soon as you see, then you can realize what we have understanding about beauty. Beautiful form here. И как только мы об этом узнаем, мы поймем, что наше представление о красоте в этом мире. We cannot compare. Не могут быть даже быть сопоставленными. So you can see the bugs are dying. Итак, это касательно рупы. Мы видим, что жучки погибают. Beautiful fire flame, golden. Из-за красивого золотистого пламени и костра. Finish your life. И это приносит конец их жизни. Rosh. Rosh. Mellow. Manakwal. Taste. Вкус. Kosh. Huh? Just you look. Honey bees. А пчелы. Honey bees, you know? Вы знаете пчелы. You know the lotus. Есть цветок лотоса, вы знаете. So lotus honey, how the taste? Каков вкус меда лотоса? Вкусно, не вкусно? Honey bees, when they are sitting on the lotus, пчелы сидят на лотосе. Such a tasty honey they are enjoying. То они наслаждаются таким сладким медом. They don't want to fly out. Что им не хочется даже улетать оттуда. Sitting there. Они просто сидят там. Sitting. What is this? Okay. Such a tasty honey. That honey bee doesn't want to fly out of the lotus. Это такой сладостный мед, что пчелам даже не хочется улетать с этого лотоса. So lotus, you know, gradually petal close. Постепенно лепестки этого лотоса закрываются. You can see if you have lotus garden. Then you can see after sunset, после all lotus petal захода солнца collapsed, лепестки закрываются, become bud, и они закрываются в бутоне. Закрывает petal means no more oxygen inside. То это означает, что so honey bee alive or die? Доступ кислорода заканчивается. Как вы думаете, пчела выживает или нет? Kasturi, honey bee alive or die? Kasturi выживает. Definitely die. Because no oxygen. Определенно она погибает, потому что нет кислорода. So, if you just take mundane food. Поэтому если вы будете принимать материальную пищу. Kushna, go without cooking home, going to restaurant. Если вы будете не готовить дома, ходить по ресторанам. Order some delicious food. В поисках вкусной деликатесной пищи. Eating everything. Едя все подряд. That increase your devotion or decrease your devotion? Это увеличит ваш эмоциональный подъем или преданность. Always we are talking about this association. So we have sadhus association. И мы постоянно говорим об общении, мы имеем общение с садху. Only sadhus association is not enough. Но недостаточно только общения с садху. Food association. Общение с пищей. Food should be also pure. Пища также должна быть чистой. Which food we consider to be pure? Какую пищу можно почитать как чистую? Which is honored by Lord. Которую почитал. Прасадам. Прасадам. Today I explain this Jagannath's prasadam. We should not think about remnants. Always Mahaprasad always pure. И сегодня мы говорили о Джаганнатх Прасаде, мы говорили о том, что нету никаких остаточного прасада. Он всегда является чистым. Just to honor. Мы должны всегда почитать его. Therefore, we are always looking who cooked.
Поэтому мы всегда спрашиваем, кто готовил, преданный или непреданный? Кто готовил? Его настроение передается в пищу. Если пандит будет готовить, мы можем это почитать. Да? Actually, this is the cause. You know, always we are looking who is cooking. Вот почему мы всегда осведомляемся. Cook by devotee or non-devotee. Кто готовил, преданный или непреданный? If non-devotee cook, maybe this is delicious. I don't want. Если готовил непреданный, пусть даже это вкусно. Therefore, don't go to restaurant. Но мы не должны это понимать. Мы не должны ходить по ресторанам. Cook yourself. Готовьте своими собственными руками. Offer to Lord with your from the bottom of your heart. Предлагаю Господу из глубины сердца, наполняясь преданностью. Lord, deliver all those living entities. И тогда Господь спасет все эти fruits, flower, фрукты, leaves, whatever, листья, все, что приготовлено. Then take the Lord remnants. И затем почитайте остатки этой пищи, Господи. That food, такого рода tasty, пища, она right? действительно вкусная. Да? That food will increase your devotion or decrease your devotion. Такая пища увеличит нашу преданность или уменьшит? Increase devotion. So therefore, we should try our best to поэтому мы должны стараться avoid restaurant food. Избегать ресторанных пищ. Your own hand. И готовить собственными руками. All devotees. Все преданные. If your wife devotee, if your relative devotee, если ваша жена преданная, request them to cook. Родственники. For Lord, not for you. Просите и готовить для Господа, не для себя. Food code. Итак, это определенный кодекс пищи и общения на это. Why I'm telling you? Because I saw most of the devotees nowadays going to say, Maharaj, in my city there is 100 vegan restaurant. Многие преданные сейчас склонны говорить, Махарадж, у нас в городе порядка 100 вегетарианских ресторанов. Now vegan. Веганских ресторанов. Vegan restaurant. Vegan means there are only vegetables. But they are using onion garlic also. Означает исключительно пищу. Some vegan they are thinking onion garlic also vegan. Растительного происхождения, но они также могут использовать луки и чеснок. Our question: we are not taking vegetarian. We want to take prasad. Но мы не просто стремимся к вегетарианству, мы желаем принимать только прасад. Rosh. Рос. Шабдо. Шаб. Это звук. When I came in the hall this afternoon. Когда я здесь был в зале, я видел aspiring wife of Ishan, Bhakti. Будущая жена Ишана Бхакти. She is chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, right? No. So, look, bhakti, name bhakti, voice bhakti, everything bhakti. Итак, имя бхакти, голос бхакти, все бхакти. She may not be like artist. Она возможно. But she is chanting wholeheartedly. This is the most. Она возможно не профессиональная певица, но она поет со всей искренностью. If you bring one artist, если вы приведете сюда профессионального исполнителя, his way of chanting make you like a Krishna Das. Как, например, Krishna Das? Такого калибра как Krishna Das. In California. В Калифорнии. Krishna Das. And also this Hawaii. И на Гавайях. There's so many places. Он множество мест выступает. Jayuttal. Jayuttal. I've seen also. Я видел all of them. Всех этих исполнителей встречал. But name Krishna Das, okay. But you can see that there are so many other artists. Но Krishna devotee. И Krishna Das. They are chanting very nicely. Хороший исполнитель, но есть множество других непреданных, хотя они поют очень хорошо. You may feel dance.
И вам может даже захотеться танцевать. Outwardly. But when you look the Bhakti Rakshak Siddhartha Goswami Maharaj is, this is the one city you can find, see. Но есть одна запись с Бхакти Ракшака Шридхарадевы Госвами Махараджа с его записью, с его голосом, где он повторяет Харибол. Artistic tune. И пусть там не присутствует. Пусть там не присутствует. Пусть там нету какого-то музыкального профессионализма, но это касается самого нашего сердца, потому что это из уст чистого преданного. Мой также духовный учитель, когда ему было 96 лет, I was insisting him to chant. We want to make a record. Я также склонял его к тому, чтобы сделать музыкальную запись. Insisting, no? Pushing. So he was chanting. И мы сделали эту запись, он пел. Then we make a record. You can see this. Several songs he chanted. Есть запись с несколькими песнями в его исполнении. Gauranga Balichi Habe. His voice not also proper. Даже у него. But you can compare. Голос. With other devotees chanting. Дрожащим, но тем не менее. They are chanting melodiously. Пусть даже в сравнении с другими преданными он был не столь мелодичен. But pure devotees, но в силу, sound vibration, но в силу того, что был чистый преданный, это была его вибрация. When any sound coming from the lotus lips of the pure devotees, поэтому, that sound directly touching to our heart, changing our heart. Любой звук, исходящий из уст преданного, сразу проникает в сердце. Just you can see, и меняет. The CD exists. И вы можете послушать, эта запись существует. Therefore, sound. Поэтому звук. Always we should look that devotional sound. Мы всегда должны стремиться к звуку преданности. Not mundane sound. А не к материальному звуку этого мира. You know, deer in forest. Олень в лесу. It is very difficult to catch them alive. Очень сложно поймать живьем оленя. If you run behind them, it is impossible. Если вы просто будете бежать с ним, это просто невозможно. In our California temple, и в нашем калифорнийском храме, so many deer, есть множество оленей. Small, big, and buck also there, big horn. И у них также огромные рога. So once I was running to catch buck, I want to see the buck somewhere. But it is completely impossible. И там тоже есть лоси с огромными рогами. Я пытался поймать этого, но это невозможно. But you can see on the night time they are lying in front of your door. Но ночью. Glass door. You're sleeping. You sleeping inside. They are sleeping outside. Then you can watch. We tip it to a manner you can watch. Но ночью они приходят спать и ложатся прямо возле стеклянных дверей. Then I ask people. И можно тихонько наблюдать за ними. Then I ask people, the how people can catch deer and put it inside their cage, inside their territory. И я потом стал осведомляться людей, которые там живут, каким образом им удается поймать этих оленей и держать их в клетке. They said deer catching is very easy. Они сказали очень легко. Beautiful manner if you just playing flute. Если просто играть очень красиво на флейте. They like beautiful sound. То будет очень красивый звук. They are just listening and going towards the sound. И они будут стремлены к этому звуку. Then you can catch them. И тогда их можно легко поймать. Very easy. Весьма просто. So if we listen. Beautiful sound means from the sound coming from the lips of
pure devotee. Поэтому если мы будем слушать великолепный звук, исходящий из уст чистого преданного, sound will increase your devotion or decrease your devotion? То этот звук увеличит нашу преданность или уменьшит ее? Decrease. Increase, yeah. Увеличит. Is it good or bad in our life? Это хорошо для нашей жизни или плохо? Кастури. Кастури. Yeah. Spiritual sound is good. Духовный звук это хорошо. But mundane sound, it may be beautiful, make you feel dancing. Хотя материальный звук может быть fancy dancing, внешне прекрасным, может вдохновлять нас внешне на какой-то not actually helpful. Танец, но just taking your life away from Lord. Но это всего лишь уводит нас от Господа. Rup, ras, shabdo, gandho, fragrance. И далее запах. You know, fishing in a big lake, you can see many people are fishing. Мы видим, что многие люди занимаются рыболовством. You can see some people, they are fishing quickly. И мы видим, как некоторые делают это очень быстро. And some people are sitting long time behind near lake. В то время как другие. No fish coming. Подолгу сидят, но ничего не могут поймать. Because there is some fragrance, what fish like. Потому что есть определенная приманка, которая нравится рыбе. In India, I know the ekanki. При помощи запаха. И в Индии есть такая. Fragrance ekanki, that fish like. Есть особая приманка. If you put it on the, where you put your fishing. Если вы будете использовать ее там, где вы there, будете рыбу, every one, two minutes you can see one fish coming and то тут же, там будет большое скопление рыбы и smell, with the smell they're coming to that place. То есть привлеченные этим запахом, then они they saw nice food for them. И тогда делают для них также специальную вещь. Inside food, there's a hook, sharp hook is there. И также нанизывают ее на крючок. When they are taking that food, then поэтому когда life destroyer рыба начинает кушать эту пищу, она будет поймана на крючок, и что ее жизнь будет, ей придет конец. Так. It's a mundane smell. Вот что такое мирской It's like that. Он точно такой же. But Krishna's lotus feet. Но лотосные стопы Кришны. All the Guru Vargas, their lotus feet. If we just go and become attached with their lotus feet. Но если мы будем привлечены лотосными стопами, that will increase your devotion or decrease your devotion? Это увеличит нашу преданность или уменьшит? Increase. So? Increase. Okay. So, sabda vanda sparsha. Sparsha touch. Дальше касание. Touch. That is a, my spiritual master used to say. How elephant hunter hunting elephant. Как охотник за слонами охотится. Wild elephant, it is impossible to catch. Практически невозможно поймать дикого слона. But it is possible. Но все же это. If you arrange one tricks for them. Если использовать определенные уловки. Keep in the middle of place one sea elephant. Для этого нужно использовать самку слона. Surrounding sea elephant area, dig hole, and cover that digging. И надо устроить западню. With grasses. И накрыть ее травой. And he elephant. As soon as they look the sea elephant there. И как только самец увидит самку, он устремится. Blind. То есть таким образом вожделение делает нас слепцами. So if they are not able to recognize this land is fake,
the grass, under the grass, the whole or just running. Таким образом, самец, он не может даже понять, что это ловушка, что там нет земли, и он просто попадает в эту западню. И все, конец. Why? They have desire to touch sea elephant. Потому что они хотят прикоснуться. That desire make their life under control of mouth. И это under control of mouth. Mouth means one type of person who is controlling elephant. Таким образом, они становятся подвластными своему хозяину. So, but if we just going to touch Krishna's lotus feet. Однако если мы прикоснемся к стопам. Devotee's lotus feet. Pure devotee. Лотосным стопам. Like Pandit. Pandit. Trivikram Pandit. Trivikram Pandit. Here. Sukadev Pandit. Sukadev Pandit. Sukadev Goswami. If you touch their feet, what will happen? Если вы прикоснетесь к стопам, что произойдет? Your life will uplift. Ваша жизнь devotionally uplift. Будет возвышенной. Возвысится. So Vishaya Chariya means Vishaya Chariya conquer, победить sense enjoyment object. Объекты чувственного наслаждения. Instead of become servant of these senses. И вместо того, чтобы быть слугой этих чувств. Apply all the objects for the service of Lord. Используйте все эти объекты в служении Господу. Just like how we can increase devotion all those objects through the objects. Как мы можем увеличить преданность при помощи всех этих объектов? This is called conquer. Это означает победить Вишая. As soon as we are able to do so, then mind become pure. Как только мы способны это сделать, наш ум тут же очищается. Шуддхабим. It's prescribed by Narottam Thakur. И это предписывается Нароттам Дасом. One great teacher in our lineage. Великим учителем нашей преемственности. When mind become pure, what will happen? И что будет, когда очистится ум? Then we become eligible to enter Vrindavan. Только лишь тогда мы будем достойны войти в Вриндаван. Not this Bhoga Vrindavan, this material art Vrindavan. Но не в этот материальный Вриндаван. You can buy ticket and go there. Да, можно купить просто билет и отправиться туда. But real Vrindavan. Ну, здесь речь идет о подлинном. Transcendental Vrindavan. Трансцендентальном Вриндаване. If you really want to enter, you have to be keep your mind completely free from all sense enjoyment objects. Если вы хотите по-настоящему проникнуть туда, вы должны освободить свой ум от всех чувственных объектов. Therefore, поэтому, I can just give one more example. How much important to keep our mind pure. Еще один пример. If your mind pure, if you offer anything to Lord with in your mind, he will accept. Потому что если наш ум чистый, мы что-то предложим в уме, Господь это примет. There is an incident. И произошла такая история. Two brother. I think all of you know that. Было два брата, я думаю, вы слышали. Рамчандра Кавираж. Рамчандра Кавираж.